Ну а теперь о спорте. Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить сезон из-за травмы. Об этом первым в своем твиттере еще накануне вечером сообщил журналист издания «Нью-Йорк Таймс» Бен Ротенберг. Однако чуть позже информация подтвердилась уже из официальных источников. В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в 4 турнирах серии «Большого шлема». Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шэньчжэне и Риме. Последним турниром Шараповой в 2018 году стал открытый чемпионат США, на котором спортсменка завершила выступление в 4-м раунде. Марию ждали в России. Ее приезд поднял бы престиж женского турнира Кубка Кремля, но, дав предварительное согласие, Маша все-таки передумала. Это, наверное, взвешенное решение самой Шараповой, которая сейчас уже, пусть простит меня за то, что упоминаю ее возраст, все-таки за 30 лет. И она, конечно, точечно должна подходить к своему расписанию турниров. Ну а целью Шараповой в любом случае остается выступление на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что это решение связано именно с подготовкой к Australian Open, с тем, чтобы побольше отдохнуть перед стартом нового сезона. Мне кажется, что это решение достаточно оправданно. Она сейчас не находится в хорошей форме для того, чтобы предстать перед теми зрителями, которые ее любят, болеют за нее и которые интересуются ее судьбой. Наверное, ей нужно время для того, чтобы осмыслить все то, что произошло в течение этого сезона и принять какие-то решения. Но у нее сейчас много интересных дел, и она, возможно, попытается найти себя в чем-то, кроме тенниса. Yeah, I'm gonna be